В наше время молодежь не может читать 10 аятов из Корана. Хотя они способны сидеть за WhatsApp целыми днями, они радуются сообщениям людей больше, чем сообщениям Аллаха. Ибн Джаузи был великим алимом. Говорят, что на его маджлисе присутствовало около 100 тысяч человек. И он в конце своей жизни говорит: «Я написал своей рукой более 2000 книг, и посредством меня покаялись около 100 тысяч человек. Также приняли ислам более 20 тысяч человек». И он после всего этого говорит: «Если вы не найдете меня среди вас в раю, то разыскивайте меня, говоря: «О Аллах, ведь твой раб Ибн Джаузи напоминал нам о тебе, так прости же его». Затем он заплакал. Субханаллах, такие люди переживали за себя. А нам сегодня все